На площади Ленина необычная бригада по благоустройству. Это штрафники. Работают они пусть и аккуратно, но не по своей воле. Вердикт – общественные работы. Это в том числе подметать улицы, красить заборы и убирать мусор. Все они работают по 4 часа в день. Обязательные работы являются наиболее часто назначаемым судами видом наказания гражданам. Так, в истекшем периоде 2022 года судами Рязанской области обязательные работы назначены 1369 гражданам. Отбывать назначенное наказание должники направляются судебными приставами-исполнителями в администрации муниципальных образований и дирекции благоустройства города. Отказ от исправительных работ по суду грозит более серьезным наказанием. Да, в общем-то, никто и не отказывается. Невыгодно, говорят вынужденные уборщики. А через труд можно побыстрее рассчитаться с долгами. Ну, у нас сейчас здесь уборка парковой зоны, сквера на улице Ленина. Соответственно, в уборке принимают участие лица, которые были оштрафованы и приговоренные судом к обязательным работам. У них где-то приблизительно обязательные работы от 20 до 100 часов им приговором присужденные. Они работают на бесплатной основе в рамках вот этого административного дела, административного наказания. Практика, она постоянная, то есть люди меняются. Штрафников у нас, к сожалению, наверное, меньше не становится. За несколько месяцев этого года судебные приставы по Рязанской области взыскали с неплательщиков более 30 миллионов рублей. Памятка для них простая. Уклоняетесь от выплат, одними только общественными работами не отделаетесь. Вполне может светить уголовное дело. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».